Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем исследовать страшный приют под названием Пальмира. Вот. Итак, мы в детском блоке, и нам надо, короче, разложить игрушки, найденные игрушки, короче, по своим местам. Но я так полагаю, это будет не так легко, потому что что-то участился за нами бегать директор. Вот. Директор что-то там стал часто за нами носиться. Вот. Ну что, давайте. Надо, короче. В прошлый раз мы вышли сюда, и директор выбежал к нам. Так, от кроватки, короче, найти, где мы, помните, да, фотографии смотрели, нам туда, в принципе, надо. Так, здесь мы были, нет, мы сюда заходили. Давай-ка. Что-то подсказывает, что мы здесь были уже, да? Да, учись на 5, это я помню. Это я помню. А, ну да, вот. Вот сюда надо принести, короче. Давай это сейчас сделаем. Вертолетик мы нашли. Нашли еще машинку, но надо ее как-то достать. Потому что она там за этими, за решетками какими-то находится. Ну, понесли. Понесли вертушку. Ну, я так полагаю, сейчас что-нибудь мы положим. Вертолеты, что-нибудь произойдет, короче, мы, наверное, сможем уже следующую игрушку достать. Так. В туалете все кто-то ломится, короче. Да ладно. А что, дверь закрылась сама? Ладно. Так. Погоди, а что у нас, где у нас там вертолет? А, ну вот, как раз вот сюда. Ну давай. Оп. Вертушку положили. Вертушку положили. Теперь что тут? Какие нам еще надо? Нам надо вот машинку, да, которая за решеткой достать. И шкафчики паровозик. Шкафчики паровозик. И все, да? Здесь, по-моему, нету никаких фотокарточек. Окей. Ну, это не открыть, короче. Я думаю, она откроется, когда мы положим все игрушки на место. Давай. Давай сюда. Хотя можно было... Хотя можно было... А, ну здесь ноет, да, кто-то? А чё свечки-то опять потушились? Я же позажигал в прошлый раз свечки здесь, везде все. И они опять потушились. В чём проблема-то? Так, погоди, нет. Сюда нет. А, и мы еще узнали то, что директор, он сквозь двери ходит. Хоть закрывай, хоть не закрывай. Короче. То, что мы изначально закрывали все двери, это фигня полная. Так. Здесь, наверное, ключ, да, нужен. Где-то достать, где-то найти ключ. Так, ну, а вот шкаф, короче, вот здесь вот шкаф, если что, можно спрятаться. Почему мне не пройти?
Зажги. Зажги свечулю. Так, вот здесь. Пропустили этот. Как я мог пропустить? Вот здесь, короче. Так, в туалете мы были, да? Вот здесь, короче, надо как-то достать, я не знаю. В принципе, как бы, блин, не знаю, не должно быть что-то как-то сложно. Что-то должно быть очень просто. Где-то, наверное, что-то надо сделать. Смотри, кровь. Здесь кровь. Может, что-то... Может, это что-то даст? Я не знаю. Это кровушка. Ну, какой-нибудь ключ, может, здесь где-то лежит. Эти циферки что-то разбросаны, да, как-то вот. Может, какой-то пароль где-то вводить. Понятно. Давай, пройдемся по туалету. Так. Опять кто-то серит. Смотри, все по новой появляется. Что-то я не понял. Как-то непонятно. Смыть мы не можем, да? Ничего. Может, нам смыть что-нибудь? Нет. Толчки ничего. Так, а где мы еще? Что мы еще не делали? Где мы еще не были? Топливо зажигалки кончилось, я думаю. Что-то произошло, я думал. Так, окей. Ну давайте будем ходить. Ходить, бродить. Может, на что-нибудь нарвемся. Не знаю. Может, какой-нибудь дернуть что-то. Какой-то рычаг, не знаю. Немножко потупим. Счастливые родятся под советской звездой. Может, здесь что-то. О, во, ключ, смотри, 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 ключ. Отлично. Ключ для шкафчика. Неплохо. Я говорю, что-то пропустили. Надо внимательнее, внимательнее быть. О! Вот у нас и паровозик. Это рисунок еще есть. А, рисунок, что у нас тут рисунок? Опять директор, да, и что эти? Кресты. Кресты и что-то непонятное, короче, разноцветные какие-то огни, что ли, или что это. Ладно, берем паровозик и несем.
паровозик у нас, по-моему, здесь, да? Сюда. Все отлично. Так, осталось найти... Достать как-то нам надо. Эту машинку. Смотрите, там она стоит на стуле. Да? А здесь на фото она без стула. Я не понимаю, может какой-то рычаг где-то. Все же может быть. Может здесь в шкафу какой-нибудь рычаг повернуть? Нету? Ничего. Все должно быть как-то вот просто, вот 100%. Не может быть, что что-то все заумно. О, мне кажется, я должен найти эти игрушки, положить их на место. А, ну это мы читали, да? Смотри, фотки, фотки, фотки. Старая фотография, старая фотография. Фотки понабирали, кстати. Что-то рябь у нас. Дай-ка я... Воу-воу-воу-воу-воу. Шкаф. Идет. Слышишь, да, топот? Близко, близко. Близко. Очень близко. Здесь где-то, рядом со шкафом, по-моему. Вот он. Пришел. Смотри на него. Ты посмотри только на него. Все, исчез. Походу исчез. Так, что мы там за фотки на понабирали? Смотри. Охереть. Потертые фотографии ее сделали где-то в детском доме. Охереть, фотка. Вот это ужасная фотка, да? Так. Понятно, это вот детская, мы там были. А, вот это какая-то комната непонятная. Фотка, да? Смотри, картина отмечена. И вот это, короче, какая-то фотка непонятная тоже. Тут мы тоже не были. Это, конечно, жесть. Вообще просто. Ладно. Пойдем. Да, блин, здесь опять не пройти. Короче, с фотографией что-то надо сделать. Я же говорю, что-то не, ну, не так все сложно, это по идее должно быть. Так, шкафчик там рядом. Блин, мне периодически кажется, как будто там кто-то бегает за этим. За окном. Оп! Смотри, исчезло. Я думал, это опустится. Оно исчезло просто. Пошли. Короче, если сейчас директор вылезет, бросаем нахрен игрушку, короче, бежим к шкафу, да? Чтобы... То, что он, по-моему... А, нет, смотри, он бегает с этой игрушкой. Бегает. Но все равно ее надо будет бросить, потому что... В шкаф вместе с ней не залезть.
Погоди, а здесь есть где шкаф? Поблизости. Блин, напугала дверь. Я забыл про нее совсем. Что произошло? Ты смотри! Призраки детей, что ли? Куда-то ведут. Куда-то ведут. Туалет открылся. Они что-то хотят мне показать. Нет. Вот! Тихо. Блин, вот эти вот красные сияния. Опасно. Дверь закрылась. Мой. Игрушка. Побитая кукла. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Закройся. Вот это да. А что произошло-то? Меня херануло, короче, умывальником или писсуаром. Прошла там сатанка. Проснись. Проснулся. Нет зажигалки снаряжения? Ого! Тут что-то новенькое. Говорят, что детдомовские чувствуют, кого усыновят первым, а кому придется ждать до 18. Кто со мной разговаривает? Когда вас привезли, я сразу поняла. Ты здесь ненадолго. Так и произошло. Твой брат. С ним все было наоборот. Да? Он очень переживал, когда ты уехал. Замкнулся в себе. Перестал доверять людям. Ему было непросто. А тебе? А тебе? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Пожалуй, непросто было всем. Союз распался. Никто не был уверен в том, что будет дальше. Вначале деньги поступали с задержкой, потом совсем перестали. Но нас не закрывали, тоже накладно. Воспитатели уходили, детей было нечем кормить. Я работала за пятерых, пыталась заменить всех, кого могла. Не получилось. Это та, которая, да, типа с ума сошла, наверное, это... А, она про все рассказывает, короче. Я думала, что она притворяется. Хочет пропустить занятия. Никто не верил, что она и правда тонет. Тогда ты еще был с нами, так? Ты видел все сам. Наверное. Я сожгла все ее документы. Все упоминания о переводе. Никто не должен был знать, что ее вообще сюда привозили. А, нифига себе. Иначе вы бы все оказались на улице. Ну, с одной стороны, правильно, да. Ну, как бы, блин, не то, что правильно, но не знаю. Никто не должен был. Чтобы всех не выгнали, она, видите. Уничтожила все улики. С другой стороны, это тоже неправильно, блин. Это ребенок погиб. Че, мне нырнуть надо? Я не умру. Телефон.
начали приходить звонки. Мужчина рассказывал, как детей отберут, как приют закроют, как меня посадят. Если только я не сразу... А, ну вот про шантаж-то типа говорили, да? Про шантаж. Им нужно было место для того, чтобы присмотреть за группой подростков. Без лишних документов и без вопросов. Он видел в нашем приюте потенциал. Предлагал взять финансирование на себя. Я согласилась. Они сказали, что заберут их, когда дети будут готовы. К чему готовы? Мы узнали, что это значит, когда один из воспитателей решил наказать новичка и перестарался. Все вышло из-под контроля. Ножи поднялись в воздух, и мне пришлось остановить его. Мы избавились от улик. Постепенно это случалось с каждым из них. Любой нервный срыв, любая истерика могли спровоцировать проявление чего-то странного. Короче, у них, короче, какие-то эти способности у детей были, да? Массовые галлюцинации, вспышки ярости. Мы жили в кошмаре. Я не знала, что делать, к кому обратиться. Пришлось все брать под контроль. Короче, я говорю, у них были какие-то способности, мы да? Мы больше не ждали нервных срывов. И... Мы начали их вызывать. Ужесточили наказание. Запирали их в одиночных комнатах. А, потом они эксперименты на них начали проводить, да? Мы давили на них по очереди. И все странности начали происходить там, где мы хотим. За закрытыми дверями. Так было безопаснее. И для нас, и для них. Эти эффекты проявлялись не сразу. Мы продолжали давить. Иногда это заканчивалось печально. Знаете, да, это как по типу, есть фильм-то, телекинез, да, знаете, там на девочку-то все давили, короче, да, там эти, мать, короче, в школе ее доставали, и у нее, короче, способности телекинеза, типа, открылись, да, помните, да, такое? Здесь вот, типа, такая, ну, наподобие что-то, наверное, с детьми, всякие да, способности у них, и, короче, их убили, и... Духи начали, наверное, мстить их. Их духи начали глаза. Мстить. Мы выполняли нужную работу. Выявляли и изолировали тех, кто был опасен. Мы не знали, где их находят и куда увозят после нашей работы. Мы делали вид, что они не настоящие. Не такие, как нормальные дети. Пока я не узнала, что твой брат один из них. Вас привезли до сделки. Не знаю, как так получилось. Ну, вот, может быть, решили стоит. Проверить меня на вас двоих. Твое усыновление плохо на нем сказалось. Новый порядок его уничтожил. Кай потерял связь с реальностью. Начал общаться с погибшими, рассказывал про их смерть, читал письма с их воспоминаниями. Никого не напоминает. Кай говорил только с ними, и я видела, как они ему отвечали. А кого мне должно это напоминать? Он вернул их. Я видела в нем все, на что пошла и что потеряла. Или типа у нашего главного героя тоже такая же способность. Когда пришли люди, чтобы забрать остальных... Я не могла согласиться, как раньше. Я пыталась их остановить. Не получилось. А после... Кай вернул меня. Воу-воу-воу-воу! Мы повторяем то, к чему он привык. Следим за ними и наказываем. Снова и снова.
все застряли в изувеченных, сломанных воспоминаниях. Его представление... Так Кай, короче, вернул всех, да? Этот приют должен работать. Мы играли свои роли, и он был счастлив, пока не пришел ты. Ты пугаешь его, напоминаешь ему о том, кем он был раньше. Кай сломан, ты не вылечишь его, только сделаешь еще хуже. Так что для тебя важнее? Успокоить свою совесть, старые воспоминания или дать покой своему брату? Ты можешь отпустить всех, кого он вернул, и лишить Кая цели. А можешь поставить их на место. Что, у нас сейчас выбор будет? Наказать. И дать ему возможность снова почувствовать себя нужным. Решай. А, смотри, да. Видимо, это... Разные концовки, наверное, да? Я предполагаю, это финал. Красное это типа нихера не отпускать, да, а это отпустить. Давай пойдем сюда. Че закрыто? А, положить куклу надо. Ой, ёп. А, вот это с ножом чувак, это Кай? Я думал, это директор, ё-моё. Вот тут. Смотри, они все за решетками, да? Все духи за решетками. Кай, а ты ничего не убьешь меня? Да, это Кай, походу. Почему-то я думал, что это директор. Так, активность в районе приюта Пальмира увеличилась. Посмотри. Рядом с зданием был замечен гражданский. За нарушителем установлено временное наблюдение. Поведение вторичных эманаций стало более агрессивным. Зона воздействия объекта стабильна. Первоначальный захват объекта не удался. Отдан приказ изолировать зону. Жду дальнейших указаний. Жду дальнейших указаний. Б. Кто такой Б? Это вот тайна такая остается, да? Кто такой Б? Все? Все, друзья. А не знаю, у нас получится еще эту вторую концовку сделать или нет. Посмотреть обе концовочки. Так, давайте пойдем уже на белый свет. Так, а куда? А. Понятно. А это, короче, отпустить их всех, да? Типа, вон они с Каем что-то творят, короче. Так, активность в районе приюта Пальмира уменьшилась. Рядом со зданием был замечен гражданский. Попытка установить наблюдение за нарушителем не удалась. Рядом с гражданским были зафиксированы вторичные эманации, блокирующие цифровую аппаратуру. Рекомендую присвоить нарушителю статус объекта и отправить за ним группу поиска. Короче, выпустили мы всех призраков на волю, короче.
Зона воздействия исходного объекта уменьшилась, активность вторичных эманаций в районе здания минимальна. Проведен успешный захват цели. Объект отправлен в центр. Нас, типа, главного героя, типа, это, схватили и отправили в центр, что ли? Нашли, схватили. Жду дальнейших указаний Б. Понятно. Короче, в первой концовке мы оставили в заточении призраков. Вот. И сами спокойно вышли нормально, да? А во второй, короче, нас поймали. Ну, выпустили призраков, но нас поймали, короче, отправили в какой-то этот центр исследовательский, что ли. Я думаю, что-то я так полагаю, будет как-то продолжение, наверное. Ну, друзья, игрушка стоящая. Да, мне понравилось, короче, было офигенно. Я даже местами нормально посрался. Что это? Это что, блин? Это что, это какая-то пасхалка, что ли? Хера они тут придумали, замутили, блин. Нормуль. Не. Воспитал как раз. Вот эту, кстати, чувиху, вот которая. Не воспиталка, а которая вот вторая там чувиха, короче. Мы, кстати, играли в игру в этот госпиталь, по-моему. Помните, да, это? Инди-проектор, там, по-моему, бесплатный, что ли, какой-то госпиталь. Какой-то страшный госпиталь или что-то такое. Там вот такая херня ходила, вот она ходила. Жесть. А девочка, я не знаю, откуда девочка. Видать, тот же этот инди-хоррор, короче, от той же студии этот инди-хоррор, наверное. Музыкальная пауза. Да. Так-то, смотри, для физика-то неплохая, да. Все. Вот такая пасхалочка, короче, была. Нормуль. Окей. Ну что, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, вот, обязательно комментируем. Игрушка, советую поиграть. Местами пугает, вот, и интересно. Можете качать, либо покупать. Так что советую. Ну и с вами был Валерий. Всем пока.